в сравнении с большинством других смертных Шальбург, прошел лишь половину жизненного пути. На момент его гибели на Восточном фронте ему было только 36 лет. И тем не менее он успел пережить столько, сколько большинству других не удается из-за долгую жизнь. Шальбург встречался с некоторыми из наиболее могущественных современников этого периода истории, включая российского императора Николая II и фюрера Германии Адольфа Гитлера. Книга «Шальбург. Патриот-предатель. Издательство «Нестор История». Как купить эту книгу за пределами Российской Федерации? Для этого кликните по ссылке в описании к этому видео. Вы можете купить книгу на платформе Lulu либо в электронном варианте, либо в твердом или мягком переплете.